Холодная погода за окном, но это не значит, что тренировки не будет. Хороший футболист тренируется круглый год. Эти маленькие спортсмены бегают так, будто разницы между травой и резиновым покрытием нет. Отработка паса, ведение, удары. Для каждого упражнения отведено строго фиксированное время. За ходом наблюдает опытный тренер, профессиональный футболист Евгений Курдус. Он приехал тренировать нашу молодежь всего месяц назад. По словам тренера, у ингушских ребят большой потенциал. Нужно упорно работать и полностью отдавать себя тренировочному процессу. Самое главное – это база технического комплекса мышления, то, чтобы было, думали ребята, знали свои позиционные моменты, как играть правильно. И тогда, если они будут этому оснащены, то, конечно, можно выезжать на другие турниры и уровень, где можно проявить себя и показать более в серьезных клубах, которые могут обратить внимание на наших детишек, которые сейчас тренируются. Детишки очень работоспособны, занимаются, слушают внимательно. Дай бог, думаю, то, что все будет хорошо, приведем какой-то результат, чтобы гордились дети и родители. Это самая юная группа. Большинству мальчишек нет и 10, а они уже неплохо владеют мячом и четко выполняют задачи, поставленные тренером. Шах Костоев занимается в «Спартаке» юниор совсем недавно. До этого гонял мяч на улице с друзьями. К футболу у парня особая страсть. На поле он защитник. Позицию выбрал сам. На поле твоя обязанность какая? Обязанность защищать ворота и забивать голы. Мне нравится, когда мы учим это, как надо делать на футболе. Но я научился отбирать мячи и давать пас и забивать голы. Филиал «Спартака юниор» открылся в Магасе в 2019-м. За это время наши ребята выступили на многих футбольных турнирах и соревнованиях. Всего в секции занимаются свыше 100 человек, возрастных категорий 5. На ребят возлагают большие надежды. Ингушский филиал напрямую сотрудничает с главным московским центром. Ребята, которые проявят себя на сборах, смогут отправиться на обучение в столицу страны. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.